середину. Боец готов. Первый раунд. Бой. Друзья, стартует первый раунд. У нас продолжаются отборочные поединки в весовой категории 66 килограммов. Даниил Верявцев против Ивана Бондарчука. Даниил у нас в экипировке синего цвета и сейчас побывал уже на настиле. А Иван Бондарчук в экипировке красного цвета. Кстати, видно, что... Да, мне не кажется, Иван Бондарчук действительно даже визуально повыше будет. Попытка перевода от Даниила Верясова. Ногу забирает, но сверху навалился Иван Бондарчук. Не дает себя кинуть. Да, не дает себя перевести Иван. Хорошо. Хороший лоу от Бондарчука. Не очень высокий у нас темп на первой минуте. Хотя вот сейчас отличный размен получился. А там по корпусу получил Даниил Верясов. Теперь Джефф пропускает. И снова орудует лоу-киками Иван Бондарчук. И пока не так активен Даниил Верясов. На взрывах он работает, но взрывы эти довольно редкие. А вот по корпусу сейчас апперкотом попал. Неплохая серия от Ивана Бондарчука. Самого Данила Верясова удары пока что больше идут мимо, если честно. Иван Бондарчук пока на дистанции поточнее. Хорошо на колено сейчас подловил Бондарчук. Пытается не дать себя перевести. Доработай, 40 секунд. Забирай концовку. Еще доработай, кричат Верясову. Да, хорошо, сюда. Сверху держим. Давай, вытаскивай. Попытается сейчас ноги забрать Даниил, да. Дорабатывай, говорю. Хорошо, поднимает и бросает соперника Даниил Верясов. Отличная техника перевода была. Им только что продемонстрировано, но не совсем удачном положении оказывается Даниил Верясов, потому что Иван Бондарчук успел сверху на спину ему залезть. И сейчас, возможно, будет разбивать. Друзья, первый раунд закончен. Ждем второй. Все-таки рефери немножко ошибся. У нас второй раунд, не третий. А Иван Бондарчук тем временем удар ниже пояса наносит. Есть у Даниила Верясова до 5 минут на восстановление.
Я думаю, этим временем он сейчас сполна воспользуется. Ну и плюс посмотрим, извинится ли за эту оплошность Иван Бондарчук. Да, все хорошо. Спортсмены друг друга поняли. И пока что продолжает в стойке напирать Иван Бондарчук. Попытка перевода от Даниила Верясова. Выхватывает ноги из-под Ивана, но тот очень быстро поднимается. Пытается вторую ногу использовать как противовес. Очень интересное течение событий у нас в борьбе. Но у него в итоге сверху оказывается именно Даниил Верясов. Будет сейчас бить. Хорошее положение для работы для Верясова. Здесь можно уверенно поработать, действительно поатаковать. И вот в маунте, друзья, оказывается, нежданно-негаданно Даниил Верясов. Проскользнул он туда, сейчас будет пытаться руки отключать сопернику и бить, что есть мочи. Но там активно ногами себе в обороне помогает Иван Бондарчук, у него рычаги длиннее, ему в борьбе в этом плане проще. Он сейчас вот, например, вообще оттянул от себя соперника. Полностью развернул. Сейчас в очень выгодное для себя положение дело перевел с помощью работы ногами. Ну, там неплотный, мне кажется, захват у Даниила Верясова. Сам он это тоже, судя по всему, понял. И быстренько отпустил. Не стал тратить силы лишнего Даниил. Даниил, вставай, говорю, кричит тренер. И отпускает Иван Бондарчук своего оппонента. Неужели мы увидим продолжение боя в стойке? Хотелось бы посмотреть. Очень интересно развивались тут события. Когда мы в прошлый раз видели, но нет, не согласен с таким развитием событий Даниил Верясов. Он тут же пытается пройти в ноги. Хорошее колено в корпус донес Иван Бондарчук. Судя по реакции Верясова, Даниил это тоже почувствовал. Друзья, концовка раунда. Попытка бэкфиста от Верясова. Ну что ж, друзья, три раунда позади, ждем решения судей. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал боец из красного угла Бондарчук Иван.